На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Белорусы завоевали 5 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каное в польском городе Познань. 2 медали на счету представителей нашего региона. Экипаж байдарки «Двойки» в составе Марины Литвинчук и Ольги Худенко выиграл финальный заезд на 500 метров. Ольга Худенко финишировала второй в заезде «Одиночек» на полкилометра. Между тем, в Гомеле прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ. На старт заявились 29 команд. Всего более 340 спортсменов. Возраст гребцов 14-15 лет. Среди фаворитов старта спортшколы из Рогачева, Пинска, Гомеля и Минска. Ну и, конечно же, мазыряне. По итогам первого дня мазыряне были на второй позиции. Сегодня, по итогам второго дня, они уже находятся в лидерах. Они занимают первую позицию по сумме набранных очков в соответствии с регламентом правил соревнований. И вот сейчас будет решаться судьба, собственно, мазырян, гомельчан, пинчан. В итоговом протоколе спортсменам Мозырска из дюшор профсоюзов по гребле на байдарках и каное удалось удержать лидерство. На второй строке расположились воспитанники Пинска из дюшор. Замкнула тройку сильнейших столичная из дюшор по водным видам спорта. Абсолютная победа на родном помосте. Сборная Гомельской области стала победительницей общего зачета республиканских олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике среди спортсменов в возрасте до 17 лет. Состязания проходили в Гомеле. Представители нашего региона выиграли спартакиаду как в зачете юношей, так и девушек. По итогам этого старта будет формироваться сборная команда Беларуси, которая в конце июня отправится на первенство Европы в этой возрастной категории. 8 медалей, 3 из которых золотые, гомельские борцы удачно выступили на республиканских олимпийских днях молодежи по вольной борьбе. Соревнования проходили в Орше. Награды оспаривали спортсмены в возрасте 17 лет и моложе. Победителями турнира стали Арина Мартынова, Яна Костунова и Егор Рудавский. Серебро завоевали Иван и Анатолий Громыко. На 3-ю ступень пьедестала почета поднимались Олег Царинок, Вероника Чеботарева и Елена Матиевская. В командном зачете девушки заняли 3-е место, юноши – 5-е. Гомельские акробаты также порадовали. На республиканских соревнованиях звезды белорусской акробатики воспитанники Гомельской из дюшор номер 4 выиграли 3 золота и серебро. В смешанных парных упражнениях лучшими стали Илья Фоменков и Виктория Охотникова. В мужских парных упражнениях обладателями золотой награды стали Алексей Заяц и Артем Ященко. Серебро у Максима Маркевича и Олега Михалевича. Гомельский квартет Савелий Осипов, Алексей Минков, Игорь Колбасов и Матвей Пранкевич выиграл состязание в мужских групповых упражнениях. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь 4».